Последнее воскресенье уходящего 2012 года! Ну а для того, чтобы продолжить нашу игру, нам нужен еще один почетный гость для очень важной функции. Я хочу пригласить сюда замечательную певицу Марину Девятову! Ах, хороша Марина! Хороша Мариночка! Итак, Мариночка, я тебя прошу, дорогая моя Снегурочка, красавица, секунду. Да, сначала проверь наличие всех 10 бочонков от 0 и до 9. Если все в порядке, я подставляю наш игровой мешок, а ты поворачиваешь штурвал тихонечко, тихесенько. Вот они все у нас здесь в мешочке. Итак, персональный восьмизначный номер. В каждом билете мы вытаскиваем последнюю циферку в номере билета, который выиграет квартиру. Номер 8. Номер 8. Восьмерочку опускаем обратно. А? Обратно в мешочек, потому что каждая цифра может повториться сколько угодно раз. Так. Номер 9. Номер 9. Девяточку так. На место. Да. Так. Марина Девятова, девяточку на место. Это естественно для Марины Девятовой. Так. Номер 2. Номер 2. И двоечку на место. Пока наша компьютерная группа не сообщит нам о том, что компьютер проверил и нашел такой опять билет. Опять номер 8. Номер 8. Все повторяется. Видишь как? У нас может все что угодно повториться. Так. Единица. Единичка. Мы продолжаем игру. Продолжаем. Продолжаем игру. Так, номер 6. Номер 6, точка внизу. Еще раз перемешаем. Продолжаем игру. И продолжаем игру с Мариной дальше. Ноль. Ноль. Игра закончена. Закончено! У нас есть победитель. Сегодняшний предновогодний тираж завершает еще одна Снегурочка. Марина Девятова. Волшебный.